Вот дилемма. Шла я вот в этот музей. Музей истории города. Вон там с деревянными постройками, со всеми сарайчиками, мельницами. Но напротив еще есть музей мыши. И туда хочу. Вот и теперь я не знаю, что и делать. А времени уже 2 часа. Мне бы надо выезжать. А еще хочу купить рыбки. Так, в здании ведется видеонаблюдение. Так, запрещен туалет, оплата входных билетов на территорию в этом здании. Музей столицы лоцманов. Так, работает. Пошли. Так. Музей валенок. Так, ну чего, куда? Наличник. Мышкин дом, Дудкина, начало 20 века. Такой фонарчик. В ту сторону? Да. А где мужчина второй? Давайте я пустить. Билет куплен, 100 рублей. Вот, вот погулять. Кузница, музей. Смирнова, П.А. Смирнова, купеческий дом, музей крестьянской архитектуры, музей соли. Такой домик для чего-то, для соли или для чего? Так, что, поехали. Музей уникальной техники, мышкинский самоход. Рыбацкая филюга, большая лодка. Правда, развалилась вся лодка-то. Заходить нельзя. Вон там, там даже, по-моему, рычаг есть какой-то там. Крутить. Да. Груза такси. Дезинфекционная установка. Пожарная помпа. Советский джип. Кстати, да, советский джип. И, по-моему, даже открывался он, как кабриолет. Так, это-то что такое большое? Что это такое-то? Снегоуборочная машина. Сюда можно зайти, да? Можно. О, галерея сундуков. Локомотив. Ой, локомотив-то... 1954 год. Еще и с дымовой трубой. О, какая установка-то. Локомотив-то. Это чего? Минный. Минный тральщик ледокольного типа 40-е годы. Занимался трелевкой неразорвавшихся водных мин к месту разминирования. Трудяжка. Трудяжка. Тут, наверное, такой же. Нет, он что-то другое немножко. В этом доме даже кто-то живет. Занавесочки висят. Ой, мотоциклы, газы. Вход за ограждение строго запрещен. Армейские джипы.
МК. МК. ГАЗ. Мотоцикл. Днепр. Днепр. И, наверное, вот эти машины на ходу. Потому что они все с номерами. Ой, как шумно в городе. А почему шумно? Потому что у них 9... Сегодня какой у нас, не знаю, но 9 июля у них будет день мыши. День города. Колясочка и тоже мышка. И тоже мышка. Победа. О, мороженое. Мороженое. Детский ретро-парк. Но мне больше интересно вот это разглядывать. Узоры наличников. Вот это наличники для, наверное, окон. Такие амбарные ворота. Так, ну что? Трехтонка. ГАЗ АА. Наверное, первые трактора. Трактор У-2. Универсал. 32-й год. Нет, пушка. Ну ладно, я не буду это смотреть очень так это тщательно, вообще не буду. Долговременная огневая точка. 41 год. Противотанковый еж. 41 год. Ну, всякие паровые машины. Вот мельница-то. А наверху коняшка. На самом верху. Там, наверное, еще одна какая-нибудь мельница. Тоже пойду. Цена осторожна. Пруд очень глубокий. Новострой. Пожарное депо. Коллекция наличников. 19-й, начало 20 века. Превратная часовня, вторая половина 19 века, село Рудино, Слободка, Мышкинского района.
Ой, ой. Все закрыто. Такой какой крест интересный, оригинальный. На территории музея не курят. Ну, конечно, все тут курит, да в такую-то жару. Сразу все вспыхнет. Мещанский дом, середина 19 века. Вход только для детей с родителями. Пахнет древесиной старостью. А, туда нельзя, да? Что-то печки нету. Где печка? Мещанский дом.